Без малого 50 лет прошло с тех пор, как Фидель Кастро посетил Мурманскую область. Кубинский лидер – известный революционер и политик. Именно с Заполярья началось знакомство команданта с Советским Союзом. Сегодня в Краеведческом музее открылась выставка, посвященная этому событию. Фотографии – главные свидетели грандиозного визита. На выставке их несколько десятков. Кастро во время митинга на площади у вокзала, Кастро с моряками Северного флота. Среди приглашенных на открытие свидетели целой эпохи. Организаторы шутят, не хватает только самого команданта. Вы знаете, таких праздников в Мурманске было немного. Вот Фиделя просто обожали. Он был признанным лидером революции. Восхищались его стремлением к победе, к свободе. То есть он был признанным лидером, кумиром в СССР и в том числе и у мурманчан. 50 лет назад Василию Михайловичу было 7 лет. Несмотря на возраст, он уже тогда разделял восторг мурманчан от встречи с великим Фиделем. Спустя годы он с гордостью показывает на фотографиях место, где стоял во время митинга. Свобода была и чувствовалась в самый первый момент, когда мы пришли в школу, а нам после первого урока говорят, занятия отменяются, и все идем на площадь к вокзалу. Что там, почему, никто не объяснил. Впервые в Мурманске показывают сигары, которые вождь с острова Свободы во время визита подарил Анатолию Хохлову. Вот только попробовать знаменитый кубинский табак у жителя Заполярья не поднялась рука. А вот тростниковый сахар, прессованный в плитке с изображением Фиделя, и монеты в основном везли в Мурманск моряки.